Всем привет! Сегодня видео посвящено танку КС-63 и позиции на карте Малиновка. Но сразу расскажу, когда эта позиция работает и в каких случаях ее можно ехать ее использовать. Ее можно ехать использовать только в одном случае, если у противника нет СТ-шных барабанов типа Прожеты, ТВП-хи, там, Футуров, если у них больше, чем один барабан. Почему? То есть ни в коем случае туда не едьте, вас сбреют, и это закончится для вас фиаском, если у них есть быстрые средние танки с барабаном на любом уровне. Потому что эта позиция работает можно на десятках, на девятках, на восьмерках, на любой позиции, как есть у вас быстрый танк СТ-шный. Суть в том, что вы заваливаете деревья и откатывайтесь обратно к красной линии. Я просто как бы, ну, впервые на этой позиции решил ее попробовать. Как выяснилось, нужно вот прямо вот под этим деревом одиноким стоять, вот прямо за ним, вот за этим деревцем, да, небольшим. И потом отъезжать в красную линию, и вы накидываете без засвета миллионы дамаги по танкам, которые поднимаются. Итак, почему же нельзя ехать на эту позицию, когда против вас... Ну, я не стреляю, я даю ему побольше вылезти. А, и с катком, но у него несбиваемые катки. Итак, почему сюда не стоит ехать, когда у них есть 2-3 барабана на средних танках? Объясняю. Потому что если у них танк сюда прожимает, они, скорее всего, если они сюда приехали на барабанах, то они приехали сюда играть активно, они будут прожимать как мельницы, то они вас засветят а, или рентгеном, б, или уже пересветят вас в этих кустах. И разрядят вас полностью свой барабан. Барабан на прожете, или на ТВП-хе, 1200 вас снимет, да, допустим, по 300. На прожете побольше, на 1500, может быть, он снимет с вас. Но вся суть в том, что барабан с очень большой вероятностью поставит вас на каток. С очень большой вероятностью поставит на каток. И вы никуда не уедете. Поэтому прежде чем ехать в эту позицию, оцените сетапы противника. Если у них медленные тяжи, например, как 60 ТП и 7, то есть если у них нет крана, нет чифа, нет... кого еще? Не знаю, как быстро тяжа взять еще какого. Ну, мне сейчас в голову сейчас не приходит, какие быстрые тяжи еще есть. 260-го того же, да. Тем более, сейчас все играют на трубачах. В эту позицию не едьте. Вы в этой позиции умрете, потому что противник будет играть мега-мега агрессивно. А вот если у противника 60 ТП, маусы, ЕСТО, да, в сетапе вам попались. И у противника нет барабанных СТ в большом количестве, вы можете смело ехать забирать эту позицию и от нее отыгрывать. Потому что до вас медленные танки просто не доедут. И вся сила в том, что они не понимают, откуда вы стреляете. Они понимают, что вы находитесь где-то здесь, но где конкретно вы стоите, они не понимают. В итоге 5000 за 4 минуты настрела. Просто нажимание одной кнопки. Вот он, настоящий однокнопочный геймплей. Очень сложно. Но вперед поджимать нельзя, потому что, во-первых, я уже не раз проверял, что вот эти кусты, они... Вот смотрите. Вот как? Ну, смотрите, вот куст стоит, да, вот стоит куст. Я к нему даже не подъехал. Ты уже светишься
через этот куст. Уже светишься через этот куст. Этот куст очень дырявый, я не понимаю, как он работает. Очень много танков. Я сам через него светил, сам светился, умирал. Я понял, что к этому кусту нужно приезжать очень-очень-очень аккуратно. Вот здесь, я не понимаю, смотрите, у меня едет танк. Вот у меня абсолютно плоская позиция. Как у меня теряются здесь 300 хп? Вот как у меня здесь берут, теряются 300 хп? Ну как? Ну как? Ну я не знаю откуда. Я съехал, я просто съехал по склону. Я уже пытаюсь дальше досвечивать бабаху. Смотрим, что будет. У меня выстрел, конечно же, едет вниз. Фиаско, братан.